Ну все, мои крошки, привет, настал день X. Вообще, вот с этим переездом, честно говоря, день X, сегодня фотосессия, с этим переездом просто трэш какой-то. Я должна была взять босоножки, в итоге заранее не позвонила своей невестке, она уехала, оказывается. У нее день рождения, кстати, сегодня. С днем рождения, моя дорогая. Да, это потому что я просто не знаю, какое число, и поэтому я вот так вот такая я. Вот, потом свои босоножки просто, я обрыла все, ничего не могу найти. Сейчас я по дороге заеду на квартиру, на свою, может быть, я их просто еще не взяла. Так, Дэнь, ты что, не хочешь маму отпускать, чтобы она была конфеткой, куколкой? Вот, сейчас, короче, собираюсь, помыла голову, приоделась. Мой любимый стиль джинсы, люблю вот такие, майка свободная, классная. Короче, одеваюсь и бегу, сейчас будут меня красить, делать прическу, и я буду кукла! Да, это еще не доделанный макияж, я решила вам показать процесс наш. Сейчас мы красимся, сделали прическу, тоже ее до конца не покажу, все, она тут еще наверх идет. Вот. Короче, мы красимся. И потом собираемся на яхту. На улице у нас ветер. Меня налакировали так, что ветер вообще, да? Хоть грозы, хоть бури, все будет стоять. Ну что, смотрите, какая у меня прическа. Макияж. Еще будут, у меня есть пару костюмов, еще есть юбки. Мы, короче, будем думать, фантазировать, фотографироваться. Посмотрим, что получится. Тут все собрались, все фотографы, хотела сказать макияжисты, я придумываю по ходу слова, стилисты, парикмахеры, модели, подруга по прическе, все в процессе, все работают. Все, сейчас заканчиваем прическу, да, они все, и мчим. Я прям в предвкушении отдохнуть больше, чем поработать. Кошки, залезаю в машину, представляете, не рассчитала, у меня прическа какая-то такая высокая, мне пришлось сейчас здесь полулежа, вот я лежу полулежа, чтобы прическа моя... Приветики! Чтобы прическа моя... Вот она прям, вот она. Прям прикольно вот так в машине, кстати. Может, фотосессия в машине? Кукла в машине. Без коробки. Блин, всегда, когда мне делают вот прическу, макияж, мне хочется, блин, отфоткаться, как возможно, во всех вещах, во всех местах, прическу деформировать несколько раз, чтобы, короче, знаешь, фотографии на всю жизнь оставшуюся выкладывать их и не успеть все выложить. И вот это начинается суета, там все спится. Бокалы взяли? Да. Весело! Ну как на свадьбу реально. Да, да. Цветы шампанское. Да. Ленточками еще шары. Блин, а ты сильно головой примнешь этот. Я вообще не докасалась. Анжелика где? Вот она. Анжелика собирается. Она Кани, да? Да пускай с нами сядет. Она с нами. Ее Катя там ждет. Ее это... Пусть идет мини-купер красный. Тебя Катя на красном мини-купере ждет на Мурлычева. Туда, в другую сторону. Нас много девочек. Все, мы приехали на лодочную станцию. Все девчонки припарковались уже. Меня берегут. Сказали, оставайся в машине, пока что прическу не попортить. Сейчас все там организуют. И мы пойдем на яхту, на катер. Фотографироваться. Такое классное настроение, потому мы шампанское будем пить, потому что у нас реквизит шампанское. Будем пить потом. Вот мозг утишь. Вот, кстати, сказали. Давай. Сейчас буду вылазить. Опасный момент. Нормально, прохожу. Давай, все, проходишь. Вот. Прическа моя. Причеса. Обратно не выступим.
тебе нож. Ну идите, кто договорит о фотографии. Катя, мне надо внутри прическа, она раздувается, а ты не поймешь, что. Давай. Надо внутри. Заходи, Анюта. Она вот так вот раздувается у нее в разные стороны. Темновато, да, получается. Себе, нет, давай сюда ее. Это видно все. Да, конечно, видно, я же о чем говорю, это херня. Сядь удобно. Параллельно тут Валера моет. Окна грязные все. Я не успел. Глазки. Да. Сейчас свет. Или становиться, или садиться, а потом, когда тогда держишься, выйди вот сюда на краешек на самый, сможешь? Кроссовки убрать, может? Ой, кроссовки мои. Тогда? Да. Ножку немножко сюда назад, чтобы было видно край. Стой, стой, стой. Не, я сидит у нее прямо на лице. Аня, иди поправь. Вот, давай. Ссылки проводим на... Чуть-чуть коленочка. Угу. А можно потом девочки сфоткать, как у нее шары улетают? И она да, вот. Да, да. Это видео. А, это будет видео, это да. Будет... Валерочка. Смотрите, нам же еще надо ее в аквапарк отвезти, поставить. Одну и вторую. Да, вот. Вот, лайк. Вот. Вообще супер. Шары классно. Улыбайся. Бэкстейдж. Когда Фёдор рабочий. В общем, мы фотографируемся, устали, музыка орёт, как эти на модели. Сейчас едем на другой объект. Сейчас отфотографировались на яхте в разных ракурсах, теперь переоделись немножко и едем еще в одно место, где будут еще образы, потом будем выбирать. Вот, какой отправить на конкурс. Выходят девчонки. Фотограф у нас супер-пупер вообще. Такие кайфучие фотографии уже посмотрели. Кусочки. Некоторые фотки. Вот, мне кажется, очень круто все. Заброшка. Заброшенный аквапарк. Можно снимать фильм ужасов. Пока наш фотограф ищет себе другой объектив, я хочу показать вам, что мы на заброшенном аквапарке. Света бесстрашно пошла куда-то. Ой, так прикольно, так устали. У меня еще болит горло. Ну да. У меня болит горло, болит голова. Я уже устала, но мы стараемся, нам очень хочется, чтобы было все очень красиво. Поэтому... Это где тебя спрашивают? Директе. 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 Я на камеру снимаю, директе. А меня на камеру снимают? Да, представляешь, поздоровайся, красавица. А я же еще и матом ругаюсь. А я еще и матом. Ты что? Рабочий стол. Так у меня за этого все. Все, фотосессия закончилась. Аня решила меня освободить, мою голову. Бедная моя Селеночка. От заколочек и всего. Прочего. Ой, фотографии, мне кажется, бомбические получатся. Я закидаю всю ленту в Инстаграм. Аня освободила меня. И вот этот кайф я решила разделить с вами. Ты мне еще что-то жгутики тут, да, плела? Да. А, это свобода. Ой, это класс, свобода. Спасибо, Аня. Ты моя спасительница. Ты моя мучительница и спасительница. Спасительница. Так, все, пошел второй заход фотосессии. Еще так хочу. Ой, прости. Посмотрите. Только проходим сейчас и увидела. Увидела кровь здесь. Представляете? А потом мне показали, смотри, тут еще сколько крови. И что-то мы уходим оттуда такое с мыслями, что это
выходим отсюда с мыслями, что это такое жутковатое место, такая что заброшенное. Столько денег здесь заброшено. Вот так бывает, бизнес делают, да, там закрываются, еще что-то. Аж стало как-то жутковато. Да. Да, плитка хорошая. Ну домой приезжай. А я подъехала, им говорю, а можно мы зайдем еще? Ну что, крошки, устали? Очень. Да. Аня, да. Твой проект. Я вот так вот. Я все, я лежу. Как ты настроена? Настроена очень хорошо. Вообще суперская съемка была. Спасибо огромное девчонкам, всем фотографам, моделям, вообще всем, кто помогал. Я надеюсь, что действительно наши работы пройдут, потому что наши работы нереально крутые. Это действительно так. И на обложку журнала они должны попасть. Да, я буду только рада. Будем держать кулачки, болеть, голосовать по возможности, все куда надо. Еще звезда Эстель у нас. Еще звезда Эстель. Звезда Эстель, это будет что? Это на Питер, это меж вообще. Это потом? Это нам до 15 июля. Ну все, мои крохи, я еле прочесала волосы, и то не прочесала до конца. Закрутила и чувствую себя более-менее человеком. А то такая пушистая вся была, невозможно. Ну все, теперь... Жду фотографии, мы тут на все гаджеты, которые только можно, фотографировали друг друга. В общем, классно, интересно провели время. Хороший макияж, фанат своего дела у нас фотограф просто, она ее не остановить. Она бы снимала и снимала, и это очень круто. Я люблю таких фотографов, это редкие люди. Вот. Сейчас я уже бегу домой, меня все потеряли, любимый потерял, мама потеряла. Короче, должна была съездить еще за памперсами, там, за всеми делами, но у меня нет сил, я реально очень устала, поэтому я сейчас в Пятерочке возьму памперсы, какие будут там, немножко, а потом, когда уже отдохну, немного поедем с малым. Вот. А с вами, наверное, я уже прощаюсь, да? Закончится наша фотосессия. У Ани я спрошу... Бля, прикольно, свет падает. Я вас целую, люблю. До следующего видео. Прощаюсь.